de 2 ani, Stepan Galaslă învață să sculpteze în lemn la Casa de Creație din Ceadărlunga. Băiatul spune că este pasionat de această artă, dar îi este greu să muncească în aceste condiții. Мне здесь как бы нравится, но условия не очень хорошие для работы. Так сквозит, иногда можно и простудиться. Если бы условия были бы лучше, было бы, конечно, здесь комфортнее. Înainte, la Casa de Creație veneau 15 copii. Acum, unii dintre ei au renunțat. Я ходил раньше, я там любил рисовать, скопировать, срисовывать. Ну, отказался от посещения из-за состояния здания. Там интересно и это занимательно, плачевное очень состояние. Ну, хотелось бы, чтобы было отремонтировано. Accesul în mai multe săli de clasă a fost interzis din cauza tavanului care stă să cadă. Din acest motiv, mai mulți elevi refuză să vină la lecții. Проблемы начались, можно сказать, что после того, как они подняли эту крышу, поменяли там, вот до сих пор крыша не протекала. Зимой здесь невозможно, холодно, это помещение не отапливается, здесь освещения нету. Primăria încearcă să obțină un răspuns de la firma care a efectuat lucrările de reparație. Мы фирме отправляли, уже два раза отправили запросы. Мы хотели посмотреть весь пакет документов. Вообще, откуда ноги растут у этой истории. Главное управление строительства, развития инфраструктуры Гагаузии. Они провели свое расследование и тоже выявили ряд нарушений. Pentru reparația Casei de Creație au fost alocate 150.000 de lei. Reprezentantul firmei de construcție a declarat pentru Publica TV că lucrările de reparație au fost în limita banilor alocați.